ничего не Спасибо большое. Ну, самый первый, самый ближайший, да. Я понял. Ждем продолжения вчерашнего. Вчера очень было интересное выступление. Ага, вот, и было... как сказать, успокаиваешься, слушаешь президента, успокаиваешься, и как-то он действует так вот, что все хорошо, что все будет замечательно, что мы на правильном пути, что все, ну как бы, мне кажется, народу это очень нужно сейчас, чтобы мы почувствовали вот эту вот поддержку, опору такого папы, он для нас папа, для меня вот такое ощущение, не такие ощущения, не знаю, как для других людей. Хотел, чтобы поддержать курс нашего президента, нашей страны, и я лично считаю, что мы идем правильным путем, и дальше нас ждут только победы, воссоединение Отечества. Послушать Газманова и поговорить о Путине. Поддержать праздник, который будет в Лужниках. Да просто посмотреть, послушать музыку. 2014 года.